пойдем, короче, получать новые способности. Впитывать знания. На крышу, что ли? Да, на крышу. Где тут у вас вентиляция? Вон. Реджи, те ретрансляторы, опа, которые мы видели по пути сюда, наверное, уже покоцанные были. Прости. А то этот плотно запечатан. Вряд ли Тесс одолжит тебе ключи, так что придется как-то сломать защиту. Ну, к счастью, ломать я как раз здорово наловчился. Лежать. А, то есть ты можешь даже не оглушая сразу их привязать? Тут, ты знаешь, мне показалось, есть какой-то элемент, ну, не стелса, но если незаметно подойти, можно, похоже, вырубить сразу его. Угу. Скольно. Моя прелесть. Ты чего, в пол при прыжке? О, шикарно получится. А ну-ка, поберегись. Ну, видимо, да. Да. Они так сейчас подожгучнее соберутся. Как-то не очень. Черт. Так только я могу. Сейчас, ребята, подождите, я вернусь. Я ж думал опять. Неплохо, да? Хотите неплохо еще разок? Сейчас я еще раз поднимусь. А тратит сколько, интересно? По-моему, вообще не тратит. Молодец. Блин, классно. Мне нравится эта часть, это как та же самая конфетка с улучшенной начинкой и в хрустящие оберточки. Ну, тебе где-то нравились, в общем-то. Да, а здесь именно что, то есть развили идеи, убрали некоторые раздражающие моменты, управление стало удобнее. То есть теперь мне не нужно зажимать постоянно L2, я могу просто стрелять, двигать стиком. Вообще класс, может быть, они и в остальных улучшили. Плюс графика, плюс твой любимый... Джойстик. Геймпад. Что за... смотри. Ну, это полиция, я так понимаю. Синенькая полиция. Ну, тут сверху, наверное, этот... Наркотики опасные, противозаконные. Уничтожьте их, чтобы повысить свою репутацию. А почему у тебя не это? Не о, знаю. Эй! Вы чё? Короче, это бандиты. А почему они сразу не начали стрелять? Видимо, не поняли, что я... А, прячься! Вы чё, блин? Слева ещё. Молодец. Диллеры. А где... Вот они. Даже так. Конфискация наркотиков. Вот так. Никакой наркоты в нашем городе. Это мой город. Все-таки, наверное, сейчас сразу просекли. У Александра опять мания величия начала. Infamous он такой. Это мой город. Опа, я не могу, я же дым. Он должен обтекать здание. Никогда. Нет. Ну ладно, значит так нельзя. Куда дальше? Знаки какие-то нарисованы, смотри. Какие знаки? Ну, на мини-карту посмотри. А, ну вот я на них смотрю. Это... которые бунтуют? Видимо, злую репутацию повышать. Что ли? А это... большая распродажа. Ага. Это куда, туда? Туда, куда? Что дают? Туда, там плохо. О, давай мы тут все разнесем у них. Че вы тут, блин? Поселились, пришли. Знаешь, с учетом того, как быстро я прогрессирую, еще одна-две новых силы, и уже можно штурмовать ее замок. Ну конечно. Ау! Она недавно у тебя на глазах развалила стальной мост. Надеюсь, ты не забыл? Значит, думаешь, еще одной силы маловато будет? Именно так. Ай, прячься. Кто тебя там зафинделил? По-моему, он его развел. Делся.
Смотри, какой. Ты бронированный. Ага. Какой-то. Ты готов? Готов. Дайте мне где-нибудь дыма. Наверху, здесь. Причем там на крыше Опа. Сразу два источника. Угу. И слева внизу еще. А мне, я думаю, хватит, да. Ага. Давай-ка мы их отсюда постреляем. А ты достанешь? Нет. О! Оп! Эй, дрон, иди сюда. Ты мне нужен. Кстати, а сколько у нас осколков-то? А, вкуснятина. Собрано. У нас 7 осколков, надо прокачиваться. Угу. Так. Исцеляющая репутация. Если вырубить сдавшегося или кашляющего врага, у вас частично восполнится здоровье. Вот. Угу. Забираю. Нет, не забираю. Уровень нужен, репутация 3. Так, это что? Требуется 2 уровень. Понятно. У нас 1 уровень, да? Да, у нас 1 уровень. Ну хорошо, хоть не нулевой, ладно. Как ты разбираешься вообще? Серные хедшоты. А чё разбираться-то? Вот способности все наши. А, то есть, вот я могу прокачать. Стрелять дымом экономичнее. Пепельный взрыв. Тоже экономичнее будет. А, не могу, требуется второй уровень репутации. Поглощение дыма увеличивает максимальный запас энергии дыма на 20%. Так. Блин, офигеть. Второй уровень. Это злодейское. Ладно, хедшоты. Купим. Мгновенно вырубить, попав ему в голову дымовой стрелой. Это повысит вашу репутацию героя. Вырубить. Хорошо. Так, теперь дымовую стрелу прокачаем. Поглощение дыма. Еще поглощение дыма. Да, и вроде все. Пошли дальше завоевывать. Стоп. Что? Обратно. А у меня количество дыма повысилось. Внизу было. Внизу, слева. Да? Да, слева. Вот оно. Ага. Хорошо. А, это грузовички их не отображаются на карте, вон. Ну, я и думала, что это машина. Только какая машина, непонятно было. Потому что по дорогам катается. Угу. Я добрый. Обычно. Это что прилетело, я не понял. Это был десант. Как? Смотри, он с способностями. Mm-hmm. Они кидаются в меня какой-то фигней. Тебе просто до этого не везло, что ли? Прикинь. Ага. Так, а тебе брательник же говорил, что они тоже способности имеют. И ты даже пробовал забрать их. Нет, ну там-то был только один такой. С миниганом, а здесь их уже вон. Ну-ка, не смейте. Уймись, дай в голову тебе попасть. Вот. Отдыхай. Удобно. Мне нравится. Ага. Это взрывается ящики? Там кто-то бежит, смотри. О. На миникарту сзади. Справа. Ага, ага, ага. А, внизу. Внизу где-то. Эй, дайте на вас спрыгнуть. Черт, умные. Крыши спрятались. Да не, вон они, нормально. Нужно срочно бежать к дымоходу. А, у нас кончается энергия. Оп. А ты что, пришел? На. Че есть желающие? А я могу? Да. О, могу. Там как? Не да, захлебнись. Нормально. Отдыхает. Ты куда стреляешь-то? Да он тебя не заметил. Хе-хе.
О, сдается, молодец. Отдыхай. Ну ты, давай. Бензин кончается. Бензин кончается. Понял. Так, а вот дым какой-то. А ща мы его разобьем. А потом съедим, да? Да. Ой, сейчас дядьки там достанется. Да не, ему нормально. Ему повезло, я бы сказал. Все мимо летело. Мобильный штаб уничтожен. Ну, понятно, все то же самое. А смотри, осколки. Это из него, что ли, вылетают? Возможно, при взрыве. Отлично. Хорошо. 4. Кучненько хоть, это ладушки. Камера там. Ага. И сейчас еще ту снесу тоже до кучи. Таком. Мы ставим тут камеры. Извращенцы. А где? А. Класс. Камера. Да. Ты где камера? Вот я им всем дался. Здравствуйте. Никого не пришиб, надеюсь. О, машинка едет. А, нас нет. Хотя, может, ее тоже нужно уничтожать. А, вон народ оттуда вышел. Приветствовать тебя. Редж, ну и зрелище. Тут вообще никого. Паромы больше не ходят. То же самое в аэропорту и на вокзале. А теперь и моста нет. Город в полной изоляции. Тяжело нам придется. Надо же, а я ведь твердил тебе об этом последние 10 часов. Она никак вообще? Как-то никак. Кто там слева? Такой умный. Че пристали? Сдается? Оп. А нам сюда и надо. Как по-твоему, Дес во всех городах так себя ведет? Говорят, что да. И почему народ это терпит? Да все, просто все. Большинство людей на самом деле не готовы рисковать жизнью ради свободы или права быть счастливыми. Не, не думаю. Ау. Ха, огреб. Да. Что дадут? О, граната? У меня хорошее предчувствие. Или что это? Ракета или граната? Бомба. Бомба. Граната. А вот, даже вот так. Это то же самое, что ты... А, то есть она пассивное на некоторое время... Пассивное курение вредит здоровью. Да. То есть надо их в это время... Пью. Она их оглушает, как бы. Ой. И я их могу вырубить. Он в машину залез, что ли? Нет. Так получилось просто. А где второй? Не понял. Все. Ну ладно. Так, кто там наркотиками балуется? Сейчас мы вам покажем. Возможно... Она не просто оглушает, еще какой-то урон наносит, потому что ты несколько штук кинула, и он помер. А, да. Вполне. Это было бы логично. Вон, кидай бомбу сразу им туда. Ах ты гад. Я могу ему еще по голове стрельнуть. И вот так сделать тоже. Ага. Честно? Действительно. Где там дым был? Понятно. Непривычно. Конечно, с дымом. Здравствуйте. Ну и чё ты сюда пришел, спрашивается?
погребсти. Отсоси! Ого, Делсон. Ну. Так хватит убегать от меня. Что хотел сказать-то? Гранаты кидаются теперь на другую кнопку, не на квадратик. А. И теперь очень удобно целиться и кидать. Смотри, они сразу убегать начинают. Быстро. Вот и... Хоп-хоп. Да? Я смотрю, ты так это... Бой динамичнее стал намного. А? Это они бетоном, что ли, как-то дымят? А, прячься. А. Дымка не найдется. Дымка не найдется? Сейчас найдем где-нибудь. Это он тебе там кидает? Ага. Умный очень, я смотрю. Эй! О! Один остался. Вроде. Ага. Отдыхай. Дымка не найдется. Справа, справа. Вон, смотри, по карте. Слева тебя сейчас. Дымок? Нет. Про эту штуку? Да, ага. Вижу, ага. Не понял. На столбе, что ли? Ага. Ну, да. Как-то можно? Может просто сделать вот так? Черт, что-то не получилось. Нормально. Щекотно. Щекотно. Доступно два улучшения. Так, подожди. Может быть, как раз вот гранатки можно улучшить. Серные бомбочки. Да. Большая серная бомба увеличивает радиус серной бомбы, вызывающий у врагов приступ кашля. Кашляющих врагов можно вырубить. Угу. Берем. Это наше. Расходует на 25% меньше энергии. Берем. Так. Дальше уровень. Нужен репутация. Следующий. Репутация нужна. Пока все. А там пишут, сколько доступно улучшений. Наркотики. Кто тут у нас балуется? Ну-ка проверим. О, класс. Массовую бы какую-нибудь еще способность вырубать их. Кто? Вас тут так много. Ага. Сам такой. Слева еще один. Вот их там. Ты деловой такой. Идет очень. На меня с пистолетом стреляет. Знаешь, что говорят про пассивное курение? Отдыхай. Ой, задавил. Прикольно. Там бомбанулось все. И такая сигнализация на машинах. В том плане, что это реагирует реалистично. Да-да-да. Все. О, и дымок тут же. Точно. Подзаправимся. Ладно, скакали дальше. Вроде бы все сделали. О, лежит, ждет нас. А почему они такие прибитые? Устал. А, подожди, может это из-за того, что мы вырубили машинку вот эту, ихнюю. И они такие пассивные становятся. Возможно. Ну вот этот нормальный. Да. Ну вот еще машину, может, нет, не уничтожали? Вообще вроде уничтожали. Давай карту глянем, что у нас тут. Нет, мы вот в этом районе как раз выбили ее. Нам сюда теперь, короче, надо. Там он еще терминал стоит. Сенсорный. Где? Ты карту включал сейчас. Боже, а, сколько ну, же да в ладно. Этом городе дезовцев. Ну, к счастью, у тебя численное преимущество. Ты считать-то умеешь? Армия из одного человека быстрее, легче и неприметнее. Плюс они будут тебя недооценивать, пока не станет слишком поздно. Может, ты тогда им это объяснишь, и пусть сразу сдаются. Зачем? Я же испорчу им сюрприз. Ты прав.
Редж, у них тут блокпосты и камеры буквально на каждом углу. Им хорошо, они играют на своем поле. Вообще-то, это не их поле. Ты это им скажи. Вот они друг друга вечно. Так, что новенького? Как-то резко так способностями одаривают. Круто. Не поняла. Все понятно? Туда пути нет. Только с работой. Оп. Реально клёво. Сработало. Показывает, сколько у вас осталось пепельных ракет. Чтобы восполнить запас ракет, найдите источник дыма. Реджи, я все те ретрансляторы уже опустошил. Давай новые! Ну уж нет, хватит с тебя. Ты чересчур заигрался в биотеррориста. Тебе надо залечь на самое дно и не высовываться. Так, ну давай тогда пойдем доломаем. Чего не доломали? Это называется залечь на самое дно? Я сейчас в паре с детективом из местного управления разрабатываю одну версию. Но я тебе больше ничего не скажу, пока ты не успокоишься. Ладно, ладно. Я залягу на дно. Что бы это ни значило. Че, все, что ли? Репутация. Так, улучшение. Сейчас посмотрим. Просто у тебя репутация качается с этого дела. Да. Это вдруг сейчас тебе не дадут ничего собрать. О, синяя птичка больше. Угу. Опа, вот так. Теперь вы страж порядка. На шаг ближе к славе героя. Хорошо. Оп. Это мой город. О, смотри. Так, Нелсин, я тут выяснил кое-что про систему связи Деза. Есть командный центр. С его помощью они координируют действия во всех районах. Ну и где искать этот мегаважный командный центр? Ну, что ты так давно мечтал увидеть в Сиэтле? Ни хрена себе! Space Needle? Space Needle. А смотри, там какие-то, вот ты говорил, шпионы какие-то на карте. Да, вижу. А ты как в каком-то вообще другом месте сейчас находишься? Я не понял. По-моему, в тебя что-то кинули. Что-то кинули. Ну-ка, я тоже сейчас что-то кину. Нормально? Ты в другом районе каком-то находишься или как? Ты вроде тут собирал все, а тут, смотри, наркотики светятся. Ну, не то чтобы в другом. Нет, я здесь был. Телефон какой-то. Бой за район. О-хо. Интересно. Интересно. Я предлагаю отвлечься от сюжета и позаниматься фигней в виде вот этих вот иконок, хотя бы по разу посмотреть, что это такое. Вот. Где этот гад летает? Вот он. Садись. Попал. Тю. 55% под контролем. Подожди, мы репутацию уже взяли. Угу. Да. Сейчас будем прокачиваться. Вентиляционное исцеление. Если совершить рывок сквозь красную вентиляционную шахту, у вас частично восполнится запас здоровья. Вот, это нам надо. Обязательно. Так, пепельный взрыв расходует на 25% меньше энергии. Беру. Дымовая стрела расходует на 50% меньше энергии. Беру. Едкие пары. Приступы кашля у врагов длятся дольше. Так. Черт, а вот тут уже, конечно. Ладно, прокачаемся. Берем пока вот это полезнее. Здесь. Вот. Вырубание дымовым рывком. Совершите рывок сдавшемуся. А, то есть сразу вырубать. Кашляющему противнику. Затем быстро нажмите треугольник. Я вроде так и делал. Или оно как-то будет лучше работать? Ладно. Хорошо, копим. Копим способности. Привет, мужик. Пока, мужик. Правильно. Что правильно? Ну мы же добрые. Это наш город, мы же добрые. Предлагаю сначала наркоту. Обезвредить. Чтоб не баловались тут, в нашем городе. Вот там люди ходят. Да. Придется точечно.
Народ, разбегайтесь там, бандиты. Давайте. А все, разбежались. Лови! Видишь, я и так, в общем-то, так делаю. Может быть, как-то по-другому будет, конечно, лучше работать. Оставите ему яйца, пацаны. Упс. Куда? Ну, полетать решил. Эй, тебе нельзя здесь находиться. Все, сдаешься, молодец. Там летит над тобой. Ушла. Догоним. Села, ты куда развернулась-то, штука? Не понял. Вон она. И слева еще одна. Да елки. Вряд ли отсюда попадут по ней. Уже не попал. Пусть летает пока. Да, пусть летает. Хотя нам осколки нужны. О! Вставила. Чего? Способность какая-то доступна. Да? Давай сначала сделаем. А то я часто туда так заглядываю. Способность. В толпе прячется агент Деза. Познайте его по фотографии. А потом... Нейтрализуйте, да? Нейтрализуйте. Так, серая рубашка длинная. Морда тяпкой. Морда тяпкой. Опа! Я даже не успел его опознать. Ну, сам все, брат. Что ли? Ну, хорошо. Нервы сдали человек. Да. О-о-о, лови его. Опс. Нормально. Враг обезврежен. Ломай тут все нафиг. Вон этот. Ты... Терминал тоже ломай. Не понял. Что за... Или все, она уже взорвалась? Она дымится. Она не взорвалась. Ну ладно. Хорошо. Молодец. Дымок. Угу. Мобильная подзарядка. Машину попортил. Ну. Что, ну? Там люди сидят. Нет, ну бесхозную машину, конечно. О! Граффити. Граффити. Это, видимо, можно злую репутацию голову с плеч. Бегство гномов. Давай бегство гномов. Мне название нравится. И вот он здесь. Так. Ты ведешься не как герой? Чему? Чем не какой-то занимаешься? Хулиган. Может, я какую-нибудь патриотичную фигню рисую. Ну. Сейчас посмотрим. Патриотичная фигня. Видишь синий цвет? И чего? Пока какая-то фигня получается. Быстро он их вырезает, хочу заметить. Ну да. Оп. Это газонокосилка получается, что да. Ли? Вот так. Видишь? Как? Прикольно. Наверное. Хм. Мне понравилось. А что он там еще дорисовывает? Человек из сказки и баллончик краски. А. Бедные гномы. Ну хорошо. Ладно. Мы к сюжету пришли. Ну давай по сюжету, в общем-то, а чё нет? Редж, я на месте, и ты прав. Space Needle просто утыкана электронной хренью и какой-то фигнёй, похожей на алюминиевый сайдинг. Боюсь, придётся лезть на Space Needle. Ну, погода хорошая, полезу наверх. Эй, нет-нет-нет, не дури! Ну-ну-ну, я не дурак, я герой! Дымовой рывок в вентиляционную шахту на крыше позволяет взмыть воздух. А-а-а.
Об этом я не подумал. А вот чисто гипотетически. Ну, теоретически, как так выходит, что я спокойно могу брать силу у одних проводников, например, Хэнка, но не могу взять ее у других, скажем, у бойцов Деза? Вот оно что, ты все-таки пытался. Эй, только не говори, я так и знал, Реджи. Мне просто нужен... ответ. Я думал, лифты заблокированы. Везунчик. Ага. А куда дальше? А вот. Ну, если гипотетически, теоретически, наверное, ты можешь брать силу только у врожденного проводника первого уровня, как Хэнк и, надеюсь, Августина. Бойцы Деза получают способности от Августины и не могут их передавать. Даже тебе. Вот, сам говоришь, мы должны идти до конца. Не передергивай. И в следующий раз не ври мне, ладно? Своему брату нужно доверять. Согласен. А он у него не спрашивал. Ага. Изнутри эта штука еще страшнее. Ничего, уберем. Привет, это Бетти. Ты где? О, привет, Бетти! Я... Как бы тебе так сказать? На Space Needle. А, ну тогда попозже наберу. Купи мне магнитик. Ладно, если магазин еще работает. Пока, Бетти. Пока, милый. Бетти такая прикольная. Так, отсюда лучше не падать. Ты где? И он такой висит. Ну как тебе сказать? Вот мое спасение. Так-то лучше. Я на смотровой площадке. Гляди в оба. Гляжу. Меня не видно. Черт, видно. Спокойно. Быстро. Да. Прям спецназ. Оп. Так, а ты давай сдавайся. Молодец. Ну ладно, вперед и вверх. Давай, скоро доберешься. Нам же наверх. О. Ну, выколем глаз, Space Needle. Вот что держит все это вместе. Какого хрена? Опа! Оп. Я тебя еще не видел. Кто? Как? А можно как-то? Да тут целая. Наверное, пошевелиться как-то. О, нормально. Ты пришел по адресу. Или они просто не любят, когда кто-то берет их игрушки. Ну как-то я резко, ребята, Делфи, начали. Ты придумал, как вывести из строя оборудование? Круто. Офигеть. Я сейчас сразу. Бомбу им туда. И уходи сразу. Надо вот этому как-то вынести. Он пакостит, гад. Он их... Это он их прикрывает, что ли? Опа. Смотри. Блин, как выбираться, не пойму. Джойстик шевелить или стиком... Дайте что-нибудь пожрать. Да. О. Сил нет, как хочется дыма. Здесь это тоже восстанавливает здоровье, да? Дым. Да. По ощущениям, по крайней мере, восстанавливает. Стоять. Мелочь бы разгрести, потом попроще будет. Черт, промазал. А, уходи. Ау. О, еще один простой. Вот ага. Снимем здесь, чтобы они не мешались. Ах ты гад. Своего. Сволочи. О, дым. Где он есть, конечно? Опа! А можно как-то? Да, надо рывком, наверное, уходить и пытаться. Вот так. Ага.
А на него не работает вся моя фигня. Как так? Надо ему как-то щит сбить. Ну, второго еще убери, вот с ним еще один простой бегает. Уже будет. Попроще. Открывает. Мак. Достал. Все? Не пинается больше? Не, ну я же не злодей какой-то, чтобы пинать. Ну, это так. Лучших врагов. Легонечко. Немножко, да. Не, все? Все вроде. Так, а у меня вряд ли получится. Новые способности — это всегда хорошо. Тебе намекают на что-то? Да. А, вот это надо было. Давай. Сейчас дадут способность специальную какую-нибудь. Для разбивания стальных поверхностей. Кучу, конечно. А, это как в трейлере. Вот это будет эпично. Она уже настолько заезженная, правда, эта способность, если честно. Видишь, почти не больно. Да, почти не больно. Отдохни. Индикатор серии подвигов. Ух, ты ураган. А наверху никого не осталось лежачего? Нет. Ну ладно. Ладно, что сделать-то надо? Орбитальное падение? Конец креплению. Ю-ху! Довольная рожа. Посту научного центра. Прием. Как слышите? Мне не отвечает никто. Да, никак не слышно. С этими постами связь пропала. Все, вынесли им антенну. Теперь пошли искать проводников и новые суперсилы. Этот город наш! О, наш человек. Да не спеши ты. Наши тут в лучшем случае пара улиц. А все остальное по-прежнему под контролем ДЭС. Пофигу, зато мы отбили у них Space Needle, брат! Ты просто оставил их без связи. Они глухие, но не тупые. Чтобы отбить у них весь Сиэтл, нужно время. Мы только начали. Ну, блин. Знаешь пословицу? Путь в 1000 миль начинается с прикольной аватарки. Да? Кто это сказал? Народ в Китае. Только что придумал. Только что придумал. Чё? А, выбрать надо себе символ. У тебя сейчас верхний-левый. Думаешь? Нет. Не, ну у нас же он немножко наклоненный, теперь уже добро как бы побеждает зло. Мне вот этот кажется достаточно символичным в плане добра, нет? Я не знаю. Или он его ломает там что-то, или защищает, как думаешь? Я не знаю. Осла я не буду брать. Череп в телевизоре тоже не буду брать, это не наш вариант. Ну, наверное, я возьму все-таки вот это. Вот это не хочу, потому что он и так везде этот символ. Выбирай уж что-нибудь. Возьму а? Вот этот. Эй, Рэш, его снизу-то видно? Чё видно? Ты смеешься? Это из Портленда видно. Я просто хочу заявить о себе. Это еще кто? Это не один из трех беглых. Ай. Угу. То есть это теперь будет твоим флагом? Угу. Круто. Но что значит этот знак? Не знаю. Маляр удрал еще до того, как сюда приехал Дес. Маляр. Элсин, я узнавал про беглых биотеррористов и... Я вот думаю, не завести ли пиарщика? Ты что, рехнулся? Да меня тут назвали маляром. Это самая последняя стадия отстоя. А может, тебе не стоит сейчас околачиваться у Space Needle? Ну то есть, почему не Супердым или какой-нибудь Человек-труба? Слушай, я постараюсь выйти на след беглых биотеррористов. А ты пока вреди Дезу как только можешь. Срывай их операции, пока я не позвоню. Это мы запросто. Так, очистите город от сил Деза. Район за районом. Уменьшайте их влияние в районах, выполняя побочные операции. Все. Да, окей. А ты откуда пришел, там тоже народ стоял, которого надо очистить.
Да, вот так. Вот здесь, вот. Очистить. За забором. Справа. Эй, вы. Ау! Я ж поздороваться только хотел. Так надо было поздороваться и прятаться сразу. Ну, сами напросились, короче. Сейчас будем здороваться. Что такое, блин? На. У нас радиус нашей бомбы хороший, большой. Так. Давай прокачаемся. Ой, не туда. Два осколка. Два осколка всего? А чё так мало? Так иди, пахай. Ща, серная бомба, уменьшу стоимость. Вот так. И максимальный запас увеличу. Там можно дособирать то, что ты в других районах оставил. Ага. Делсин, я кое-что выяснил про одного биотеррориста из той машины. Выкладывай. Я еще в участке. Тут неудобно. Встретимся на углу 4-й и Викерс. Ага.